Так, друзья, поехали. Ого. Жестковато. Сейчас включу блокировку заднюю. Первую передачу. Все, я застрял, кажется. Ого. Да. Сейчас переднюю. Сейчас мы уже раскатаю. Да, где-то упираюсь чем-то. Протектора не хватает, конечно. Выбивает у него блокировки. Давай назад, еще. Выбивает просто жесть. Доставай лебедку. Сейчас будет Субару против Запорожца. Только разгон бери! А. Да, оно выбивает у него. Хорош, пока что-то не сломал, давай зацепим, подтянем. Грязь очень вязкая. Да, поборолись жестко, но протектора не хватает. И задняя передача выбивает. Назад не могу. Не могу вернуться, если бы ходом разогнаться, но не удается. Залу пазл 2 надо строить под такое. Ну тут красиво все получилось. Такой жести не хватает. А я уже копнул ямы, получается, да? Она не может выпрыгнуть. Да, я пока с этими монстрами не могу состязаться. Передний блок вроде выключился, но... Видите? Ну, шины, конечно, не соответствуют ничему. А шины решают очень сильно. Я думаю, любой, кто хоть раз катался на Ниву, просто ставишь шины вот такие, как у Валеры, это уже другая Нива. Сейчас
закроем окно, включим блокировку. Валера уже стал глумиться, но тут с водой мы. Тут с водой я ходом пролетел. Так, ну на БТРовских не тяжело, вот так уже залупазлик выглядит. Ты думал, я застряну, да? Надеялся, да? Я учел ошибки предыдущего прохода. А какая ситуация? Там, где все едут, никто не смотрит. Смотрят там, где не едут. Ну красиво, смотри. Ты ж хоть не брось, как я ехал, Валера. А я всегда могу тебя бросить, что ты переживаешь. Да, я тебя знаю.